Есть, есть АП. Сейчас разбирают героев. Значит, Флокси будет сам играть на Личе. Ебашу пока дедом вроде бы написано. Это Шейкер. Алоп Kill the Mail. Это Верочка. Пипец Лис — это Войд. И Fuck Yes, сам Пикер разбирает Дестройера. Все же он так на него надежды полагает. Амстердем играет на Магине. Фан Джус играет на Венике. ZXC — это Бэтрайдер. Рос Мистер Гуван. Ох, них и ники, где они такие попридумали. Это Рулачка. Who this guys — это Энигма. Ну, главное, что Монату будет постоянно у Энигмы. У нее проблем с этим не будет. Базиль там, собственно, уже и не надо. Из-за Рулачки она будет всем там помогать. Побежала сразу. Ну, а так все, как говорится. Па-па-па-па-пам. Ну, пока, ребята, расстановка там по лайнам делается. Можно сделать даже вот так. Собственно, в игре там уже никто этим заниматься не будет. Ну, а пока, просто посмотрим на это красивое дерево. Как только пойдут крипы, можно уже открывать карту. И никаких потом претензий не будет, что во время того, как была такая заминка, все альтапнулись, там, посмотрели дело рды и так далее. Но это не игра тех самых команд, которые достойны получить денежное вознаграждение за свои, за свое хобби, можно так сказать, потому что Dota является хобби, это не работа для наших сейчас игроков и команд, что играют в этом турнире. Это просто хобби. Они этим не жмут и этим не страдают. Destroyer вот такой у нас кентавр летающий, блин. Так. Так будем смотреть. Ух, ух. Так, пошли крипы, поэтому отключаем вот, вот такие фигнюшечки. И, собственно, стрим начался. Dota Ref, а минус Devil Mice. Вот лихо уже позаходил. Итак, Войд у нас с топориком, а есть Хелен Слейв и три танго, три веточки, прям лисируб какой-то, блин. Лисируб. Флокси у нас будет его нянчить, это классно. Шейкер будет по лесам где-то там напрягать. ДД же! Ну с ДД, зачем лишь ты лезешь? Удары то сильные, очень сильные, все же ДД. Зачем лезть? Вот же, сейчас же будет. Напалм! Бей его! Так, давайте, смотрите, просто пытается сейчас изнасиловать. И насилуют, по идее, стопить надо, новый нету, вот. Стоп от Войда, это ФБ! ФБ делает Войд, замечательно! Как же хорошо, ребята! 405 голды Войду никогда не помешает, никогда. А на миде у нас Магина с Рулайка будет стоять против Дестройера. Это новая, это купол. Ну и, собственно, выжах МП по КД. У Дестройера будут проблемы, по идее, с качем. Вот же уже начинает просто Рулайка херасить. В любой момент она сможет отойти. Она с этим ничего не поделает. Если у нее мало ХП, она отходит. И Магина продолжает сама ее формить себе левел. То есть, если уйдет Рулайка, тут ничего такого не будет. Проблемы у ВРки. Там же винрейт, но все равно вот врубается винрейт. Очень рано. Здесь же станы. Опять же килл. Господи, опять же этот килл. 1-1. Как-то наши соловики очень сильно тупят. Ой, лагает у батлнет. Нет, все, отлагал. Стан проходит, опять же минус. Ой, красавчик. Опять же 205. Там, наверное, на крипах не будет так фармить, как он крипается на бетрайдере. Вот это я понимаю. 6 крипов, зато уже 2 килла. Вот это Войд, мне это нравится. Ну, оставляет. Вот это уже настоящая игра, где не стилят на пабах. Тут оставляет всю керри, понимает, кто будет тащить, тому лучше и оставить. Вы думаете, это понимаете? Дестройер опять же должен попасть. 37. Минус. Ну и Шейкер, собственно, пришел, решил этот вопрос. А неправильно какой-то у нас замес произошел. Как бы на миде Магина и Дестройера, собственно, главные кири, но и не разменялись. Рулайка ушел, Дестройер умер. Вот это плохо. Можно было даже Дестройеру застилить ту самую Магину на развороте. Ну, она бы и так умерла, но вот она решила там в тень уйти и как-то красиво это все разузнать. Но не получилось, честно говоря, не получилось. Бэтрайдер уже будет стоять вот в таком сзади, что вы даже себе не представляете. Это будет зад, сзади в сзади. Потому что
2 килла на нем. Думаю, тиммейты ему сейчас объяснили, как надо играть и что там вытворять. Но вот замеса уже, 3-я минута, уже 5 киллов. Вот это я понимаю, суровые ребята. Понимаю, что в лейте будут тащить или Магина, или Войд. И надо сейчас это решать. Надо их гангать и не давать им жития. 5-й левел у нас веник. Это самый большой, по идее, да? Да, 5-й левел веник. Но он, естественно, там сделал свои киллы. Фармит он один, потому что Энигма у нас на отводах. Но на 4-й левел тоже очень далеко-то, собственно, не ушла. Так, начинают друг друга нагрызать. То есть, рулаки на все это по барабану. Но вот, понимаешь, что где-то там у нас есть еще и шейгер. Ну, Void фармит, добивает своих и добивает же этих. Влетает на фанфлае, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все же стоят на огне, стан, очень много стаков, 10 стаков и улетает, понимая, что лучше тут такого не вытворять же, будет ново и просто его заберут. Ну, надо ждать еще где-то шейкера подойдет, будет уже поприкольней, маны-то просто нет, уже битрайдера, это очень плохо, как будет он с этим бороться, я не знаю, но Void просто сейчас фармит. У него есть вот определенное количество денежек, есть свой ПТ на стрейч, который он уже прикупил за счет этих ФБ, собственно, и киллов. Ну и ребята вот показывают битрайдера, типа, ребята, давайте битрайдера, он так стоит ему сзади, там что-то бревном подпихивают, так, иди туда дальше, я здесь тебя тут нагну и так далее. Ну вот, выходит же, кончается инвиз, сейчас же будет врыв, должны ребята это объяснить, Патма, давай, стан, бьет, удар, физура, ой, как хорошо, что стан прошел, забрать, сделали это, третий килл у нас на этом бетрайдере, ахаха, пишет на шейкер, он забрал, конечно, неправильно или правильно вам судить, но забрали и продолжает фармить. Вот, подбирает себе левел, будет 6-й левел, битрайдер вообще, тогда такие проблемы будет, вопросы себе не представляете. Опять же таки, нова физура, ставится купол, и за время этого купола и физурщика стана лич откатывает свою нову, и потом помогает захерасить у нас нашего любимого бетрайдера. Так, на лоу хп абсолютно все отпиваются хилин слейвом, что рулайка, что магина. Физура все же здесь неплохо вошла, как говорится, в морду. Дестройер опять же отпивается, тут все отпиваются, тут мид прям какой-то лечащий, все на антибиотиках каких-то, веник уже 6-й левел, Ring of Health есть даже. Не знаю, что он там будет с ним вытворять, но есть, это тоже классно. Энигма скоро уже 6-й, а денежек на каких-то дестройер грудайгеров он, собственно, и не копит. У него есть свой Soul Ring, есть аура 1-го левела, а что так мало? А что у нас 1-й левел? Ну и ладно, 1-й левел, так 1-й левел. Пусть будет так. Вот такая у нас рулайка, решила все же идти не через ауры, а вот идет она, а дважды через нову. Так она решила, так она и сделала. Дестройер у нас через Magic Wand, все же проказ, блинки и так далее. Будет его потихонечку заряжать, это никогда не помешает. Ему этот врыв происходит на ВР-ку, проходит винрейт и должны забирать. И делает это, делают. ВР-ка еще пыталась как про на развороте веника своим пауэршотом хоть как-то сбриться, сбруют. Еще один удар, нет, переагрели, ой как хорошо. Не шути так, веник, никогда. Даже мне аж чуть сердце не тёхнуло, как бы нормально отыграть и потом зафейлиться за счет какой-то глупости, если так можно сказать. Здесь он же прилетает физурщик, сразу веник тэп-аут, понимаешь, что ближайшая физура его просто сброит. Третий левел, битрайдер, стаки, перчатки. Только капитан общается в общий чат, тем более сейф на сикапе. Вот парень, конечно, шутканул. Void на String of Health, топорики, танго, Power Threat на Strange, ну и что там будет? Так, Void здесь же есть флокси абсолютно голые, но может прикупит какие-то себе ботиночки, Ring of Health, возможно это будет сплэш.
Сплэш или тот самый Вангуард. Ну, насчет Вангуарда я не знаю, но насчет Сплэша более-менее-то я таки уверен. Все же под физурщика, который влетит на двоих, которые близстоящих, можно прилететь с куполом и Сплэшем их сбривать потемножку. Думаю, вы это понимаете. ВР-ка где-то уже потерялась, стопит крипов, понимая, что туда подлазить нельзя. Но Энигма за счет этого от этих отводов вынуждает ВР-ку не получать экспу или не заходить примерно за эту черту, иначе будет выход. И минус, 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 минус. Шестой левел у нас уже у антимага. Это очень плохо ему. Думаю, вы понимаете. Вот и вот, вылетает на дестройера. Здесь же у нас Энигма. Ну нет, 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 ничего не получилось. Ульт как про. Вот это Энигма ультанул как про. Не знаю, зачем было это делать, ульт или какой-то мисклик. Но 200 секунд. Теперь на КД. Вот это вам прикол, ребята. Даже я такого не ожидал. Но забрали, забрали дестройера. Это уже приятно. Не надо были эти одни от Энигмы ульты на АВР-ку. Может, хотели что-то сделать, но она потом уже сказала Магина, что типа нет, текает сюда, я тут уже сам постою. Персик. Персик появляется у Войда. Все же это сплэш, как я и подозревал. Третий левел у нас Бэтрайдер. Вот представляете, как ему больно, как его говнили, как его обижали. Ничего он, бедняжка, не мог сделать. Забрать эти 800 хп очень-очень такие реально. Смотрите, вот, собственно, они это и делают. Сбривается. Раз, все, опять же, киллинг спринг Войду отдается. Ему на все это по барабану. И третий левел, нет, там уже четвертый, при мне он четвертый апнул. Проигранный чар, если я его так называю. Проигранные чары, это то есть всякие дазлы, которые ничего не собирают, просто бегают, накидывают крестики, и все вот так вот. До 40-й минуты одни крестики, и ну ничего не может потом сделать, иначе не фармит, не гангает, ну и, собственно, мясо. Ой, как хорошо, то влетает, улетает, замедление, первый скилл. Ой, как ты делал, Веник! Вот это прикол, вот это прикол, промазать. Ну, господи, это ж такой уже перспективный турнир, и промазать, конечно, наставит змейка, хоть как-то преграждает, чтобы не утекал. Ну, правильно, правильно, Вангуард помогает ему даже танкануть этот тавр, ему на это по барабану, и просто пушит, ребята, просто пушит. У нас 2-1 по фрагам у Магины, нормально, чего бы не. И у нас сплит-пуши какие-то, там на миде Магина веселится, здесь уже пришла Верка, Лич, Войд и Шейкер где-то здесь, да, вот он уже с Арканой. Сейчас, да, среди ману всем дает, ну, молодец. В принципе, пропушить-то можно. Тут же по-любому сбреет, поэтому надо не тупить и забрать эти 200 хп, отдать Войду этот товарочек. Никогда ему это не помешает. А Войда, если там у нас купол, нету купола, просто ничего нету, привязочка, ну там же Вангуард, особо так не заберешь. Ульт, куда летит, куда ульт, ай, полетел, черт знает куда, под флайером, должны-то забрать, новую-то дай, Лич, не бойся, забрал, молодец, бежит сюда рулайка, ну нельзя, нельзя так бежать, нельзя так бежать, нельзя, как бы ни крутил, но нельзя, тут у нас один на один происходит, кто кого, Верку или не, Верка на винрейте, там особо так не позабираешь, за Шейкером, минус Шейкер, ло хп, заберут или нет, а где ж Пауэршот, ну забрал бы двоих, рулайка, то 200 хп, веник, то 100 хп, один Пауэршот и забрать бы минус 2, нет, затупили, ну и, собственно, потеря Войда, еще на первом стадии замеса, все же отозначилось, или как там, отобразилось, как-то так можно сказать, на всем замесе. И купола не было, это тоже прискорбно. Это очень-таки, ребята, прискорбно. Так, ну, Бэтрайдер фармит лесу с помощью своих вот этих напалмов. Все горит, и бегает так по лайнам, раскидывается. Ну, тут правильно, а что ему тут еще делать? Он, собственно, на лайне-то не выформился, абсолютно голый, до 6-го левела нету, чтобы как-то начать замес или как-то его поддержать, собственно, из-за ульты. Ну, 5-й левел, вот видели, как его даже Лич новые, две новые, собственно, уже хп нету, но это очень плохо. 2-0 талисмана, что у меня тут все нормально, 600 человек также продолжает смотреть, нормально. И Войд также фармит. Что у нас по крипсаду? 13 минута, 70 у Войда,
55 у маги. Ну, вот видите, перефармливает уже потихонечку водик. Ну и далее крипсаты можете сами глянуть. 35 для дестройера, 7 лич, 9 шейкер, 31 у нас ВРК, 48 веник, бетрайдер 6, 2 рулайка и 11 у нас унигмы. Унигмы появляются дайгер. Это, кстати, классно. Рулайка Vitality Booster зачем-то купила. Даже не знаю зачем. Веник идет у нас на меку. Шейкера, может, на дайгер сейчас вишмарно будет уже копить. Ну там, а там больше ничего такого интересного-то, собственно, не появилось. Что было, так и было. Что уже показывали, то мы уже показывали. Ну вот фармит Void. Ему, главное, никто не мешает. Это самое главное, думаю, это понимать. Замедление есть. Сразу текает, понимает, что есть. Возможно, здесь кто-то есть. Тем самым спалило, что вардов не имеет своей команды из синтов на нижних сторонах. То ли это... Ну, тут он даже и не спалил бы, если честно, если бы даже есть. Рулайка, то как? Начинает атаковать. Ну, физурщик, отгради. Уль делает. А чё? Где физура? Красивая физура просит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нет. Ну, как так можно? Какой-то ульт не ок. Вообще не ок. Никого там не позастанивал. Ничего с этим теперь не поделать. Эх, не. Ну, и личатер, конечно, на разворотке после лича. После Войда, то есть лича уже забрать, расплюнуть, летает ульт и пофармит, как говорится, и все сделает. Ну, конечно, Бетрайдер даже не подлазил, потому что понимал, что лич ультанет, будет очень больно. Но тут все нормально. Тут все нормально, есть свой армор, есть вангуард, и уже даже тавр спокойно у нас... Ой, а что ж... Ну, 1-1, Бетрайдер, 1 стак, беги. Нет, боится, текает сразу у нас на огоньках и фармит за счет этого. Стаки будет еще понакидывать. А ну, что ты как про, вот стаков понакидывал. Ну и, собственно, фармит. Тут сами огры сдохнут или нет? Вроде бы одного-то не забрал. Ну, пофиг. Главное сейчас смотреть за Магиной, ее вообще не трогают, то есть если смотреть, кого забирают, Магину в буквальном смысле даже вроде бы не трогают. А ну где тут Магина? Магину, получается, убил один раз шейкер, или что это? Да, один раз шейкер убил Магину, а то все. Больше ее вообще никто не трогает, никто там не ассистит, всем на нее. Забили на нее большой болт, ну, думаю, они потом за это еще поплатят. Сплэш, все вот... Как хочется брать Void у нас сплэш, вы даже просто себе это не представляете. Бедняжка хочет. Тут встречается рулайка и лич, но видит только это лич. Рулайка без вардов, она это пока весь не спасла. Здесь же дестройер влетает, ставит свои скиллы, прокаст. Прокаста нету, сейчас же будет ультовать. Ультовать же будет Энигма. Не забирает дестройера, никто его просто не спасает. Здесь же Void. Ну, а что Void сделает здесь сам? Как бы 3 против 2, где ВРК без привязок даже туда и не лезет. Тут начинает набривать лича, забирает лича свой киллинспринг у Магина. Это просто замечательно. И вот ребята тут уже вчетвером начинают бушевать. Тавара нету, но они тут все. Возможно, что-то с этим еще и поделают. Войд сразу перебегает на топ и будет там дофармливать свой сплэш. Ну вот не знаю, как можно... Надо очень-очень-очень много, наверное, фарма ему или... Ладно. Так, ну, что у нас у дестройера? БТН интеллект никак не может накопить. Лич у нас просто саппортик и Magic Wand, учитывая в противном случае Бетрайдера и Арулайку, и Энигму. Ну, там все скилловики, то есть все что-то кастуют. Войд у нас персик. Шейгер все-таки пооставалось. Мека будет у нас у Верки. И это осталось-то где-то 650 голды. И будет уже этот рецептик. Амстердем у нас с Вангуардом. Там есть ПТ на Агилити. Веник с Мекой, с Вангуардом. Ну, неплохо. Он как бы и саппорт, как бы и танк. Видите, он даже тавр танковал внизу. И как-то было по барабану, если честно. Как бы там ни старались, ничего, но не вышло. Так, физура здесь уже по КД раздается, будут сбриваться, летит то как сильно, ох. Ай, ну ты же на дайгере, можно же кого-то прихватить, но не ловят ульт!
Хорошо, хорошо, ВРочка, ну сделай что-то, забирай это Ниму, это раз, и все, расходится уже, слишком забыканули, забрать Бэтрайдера, забрать, ну ВРочка, Винрей, забрать, нет, все, это все минус. Минус, хорошо, хорошо, еще Рулайка встряла, ну зачем было подходить? Минус 3, Магину погоните или нет? Нету, ни хиксов, ничего нету, просто отпустить. Простить и отпустить, как говорится, в этих случаях. Так, идет стрим, идет, нас уже почти 700 человек, просто замечательно, все присоединяются мне, или там закончились игры, или просто ребята смотрят именно эту игру. Веник, Вангуард, Мека, Базилия, ботиночки, далее, что у нас тут у Магины, Яша есть, будет все же Монтак, я рассчитывал, надо очень быстренько сбрить МП Дестройеру, и, собственно, тогда уже проблем не появится. Но что мне нравится, последний замес, то сенты выиграли. Как бы они не проигрывали всю игру, получается, был 7-13 счет. Сейчас уже 10-13, это поприятнее. Забрать бы еще там какую-то Магину Веника, вообще было бы кульно, но нет. Ну, тут Клеймор, это сплэш. Я это уже говорил, только что он долго на него копит. Думаю, он это сам подозревает, и ему очень-очень стыдно за это. Так, Веник здесь у нас фармит Ancients крипов в лесу. Все у него окей. Рылаечка у нас Vitality Boosters. Ну, для ХП просто принабавила. Иначе он говорит, что я не переживаю эти всякие прокасты. Показывает у нас Бэтрайдер. Не, сам забирает, сам бежит. Бежит, наверное, за этим смертным. Но нет, это... Тут уже ничего не сделаешь. Дабл спаун будет ли у нас от Веника как про или нет? А ну нет, он палит всю контору, поэтому тут дабл спауна уже не получится. Да, не получается. Так, Лич у нас уже с ботинками, собственно, мы это видели, но он пока мисс бомжит. А, собственно, бомжит, я очень даже серьезно. А Водик будет идти на ДПС, ему, собственно, свои 900 хп как-то на них по барабану. Если его решат забрать, его завкусать, то уже никакие там ХП не спасут. Может, в лейте потом уже будут какие-то бабочки, тараски. Ну, а сейчас 900 ХП его даже, видите, устраивает. И за счет его, собственно, пассивки, которые уворачивают не только уроны, но и спеллы. Ну, и еще и драться летит. Вот это водяка, смотрите. А, у него же ульта, если что, он сможет сделать очень хэт-трик. Влетает, бьет же, станов нету, МП сейчас просто не будет, поэтому отходит Войд, понимаешь, что лист туда не стоит. 8 левел, он уже Бэтрайдер поднялся в левеле в моих глазах. 13 аж уже Вендик, это замечательно. Будет идти на пайп, Энигма на дайгере. И с ультой, нет, ульта уже сколько, через 20 секунд будет. Ну и где у нас физурщик? Физурщика пока мест нету, можно пропушить, собственно, вот напалмы по КД будет накидывать у нас Бэтрайдер. Рулачка сюда приходит, и Магина пока мисс на фрифарме на топе. Так, ну застакают. Застакают на рендже. Пытаются сделать что-то у нас в РК, не подпускать на повершоте крипов, но сбривается тавр с вашим желанием или без вашего желания. Это понятно. Так. 20-я минута, что у нас там по крипстату, кто там догнал, вводит, что-то приостановился по фарму, 94, это маловато, 55 дестройеров, ну вообще мало, 120 у Магины, этот мне уже нравится, 76 у Веника, это тоже очень мне нравится, все же вот скажи, начали перефармливать, это проблематично для команды центов, выигрывали начало, и вот сейчас вот что-то присели на задницу, Бэтрайдер они, можно сказать, выкинули с этой игры, игра была 4-5, Бэтрайдер даже не играл, если честно, ну третий левел, когда все седьмые, никакого толка с него не было, думаю, это понимал не только он, но и вся команда. Сенты это тоже понимали, но это никак не реализовали. То есть сейчас вот, как бы тот самый Бэтрайдер уже вот играет в игру, раньше он явно этим не занимался. Забирает Рошана, бегут вот на перерез, все сенты, ну, должны успеть добрить. Заберет, естественно, у нас Магина, Мека, Юзаса, ну, войдут же, быстрее входите, стан, купол, есть, Рошанту не забрали, Егис, выкидываешь вот это и бери,
Выкидывай, бери! Не забрал! Бэтрайтер забирает, а Егис убирает сразу Войда. Войд там под напалами то бегает, ну сбри же его. Ой-ой-ой-ой-ой, как же заглупил Войд, сразу минус. Привязочка не получилась, сварка текает, все текают. Догоняется души Энигма, Шейкер, здесь же все на даггерах. Сейчас догонят же. Свап, прыгай сюда. А, не видит, вот что и боится. Вот, есть, минус стан. Второй минус стан, забирать. Зачем, там же все сейчас сюда подойдут. Нет, текает. Ай, убежали. И рулайка как бы не туда пошла. Ребята просто пошли пушить им как-то по барабану. Четверо выжило и забрали, можно сказать, двоих. Вот такой вот размен. Неправильно, судя в сторону, конечно, Скоржей. И Рошана как бы там не забрали. Хотя Бэтрайдер забрал, можно так сказать, Бэтрайдер не ступил. Вот. Дайгер появляется от Шейкера. Нормально, я же думаю, где ж там он был. Мне уже с Дайгером, только, конечно, оно как-то печально. Все в тот раз вышло. Так. Много ДПСа, но мало ХП. 1К ХП сбреется Войдом и Дестройером в том самом куполе очень-таки быстро. Загулял у нас, получается, Бэтрайдер, и это с Аегисом вроде бы он загулял. В тот раз же его не убивали, то есть его сейчас два раза убили, как я понимаю, и сделал это на Дайгере Шейкер. Ну, собственно, то что там, много-много стунов, физурчики, может даже ульт потратил. Нет, ульт у него и так был на КД, поэтому не тратил. Что тут у нас так прикупился, кто хорошо? Веник. Пайпа, ребята, пайпа. Что он их не собирает. Вот, ложится, собирается, выкидывается. Пайп есть. А надо, хватит ли ему там маны на весь прокаст? Думаю, хватит. Сразу биндит две себе клавы нормально. А Егис у Бэтрайдера есть. Как? Как у Бэтрайдера еще до сих пор есть Егис, если его только что убили? Не знаю. Это загадка даже для меня. Читеры играют у нас. Рос мистер Гонор на рулайке. Так все у него так и поставалось. Никакие там палки-толкалки, меки, пайпы, ничего он так не собирает. Он, собственно, бегает с аурой и помогает за счет этого своей команде. Так он как-то, ну, не ок. Прилетает где-то Кура, уже должен быть ультимейт орб у Магины. Вот, а не только орб, а уже, собственно, и сам рецептик появился у Магины. Бежит прям под Шейкера, то под Тавар даже, вот так вот ультует Веник, заберешься всех, забирает здесь двоих под ультой, смотрите, непонятно кто где, винрейт сразу вырубается, бегут за Веником, Веника даже сбить, ультует Энигма или нет? Ой, ульт, короче, ай, минус, сразу минус лис, рулайка здесь стоит, расстанковывается, забирает сразу Вайда и все, замес проигранный на вщи. А, буквально, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, все впятером живые, их даже там и не, так и не позбривали, а был на ЛХП у нас Энигма стоял, можно сказать, во всем этом, ну все, вот все, пишут, ну что тут делать, 13 на 19, и как бы ты ни крутил, вот этот замес просто был нереален, летает туда купол, сразу его стопят, сразу лич там ультует, ничего не понятно, все начинают что-то ультовать, но Бэтрайдер ухватывает лича, сразу его вытаскивают под файфлаем, под напалвом, там урон просто невероятный. Ну и Магина под шумок прилетела, начинает всех сбривать, рулайка вот танкует тавер, как видите. Ну и бред. Еще надо учитывать то, что ульт от Веника потихонечку сбривал всех. Не только, как говорится, напалм от Бэтрайдера, но и Веник сам по себе делал свой ДПС в секунду. И, может сказать, даже никто не замечал. Стоит себе Дестройер, его вообще никто не бьет. Но пока мы с ним выжирается ульт от Веника, выжирается у нас горячая земля от Бэтрайдера, напалмы накидываются, и вот эти 1000 хп сбиваются просто в щи. Вот сколько сейчас Веник ультует, где-то 500 хп или 600 за счет вот этого горения, за счет этого травилки, сжигается по-любому. Буквально пол хп, а то и больше, сами саппорты делают без участия вот этого дружка, который уже с мантой, и его там уже 3 штуки. Ну,
Говорят, все, ну не знаю, покамест не выходит, ребята будут бороться до последнего. Побеждает покамест команда Power Rangers, играет она против команды Флокси за Сентов, и Power Rangers за Скоржей. Сколько у нас человек? Почти 700 человек. Покамест у нас маленькая пауза. Напомню вам то, что так... Вот, есть у нас Отсикап ТВ, здесь у нас расписание, здесь у нас кликаберная ссылка Tournament, заходим по ней. И мы видим много-много плееров, которые у меня лично долго грузятся из-за интернета. И, собственно, нажимая на них, вы будете попадать на одного из стримеров. Тут Рикимара, Динго, Нипа, Пунтерка, Фервен, Родион, Сява и Лихо. 8 стримеров параллельно с нами стримят свою игру. Кто что стримит, если у нас вот такая получается сеточка, здесь все, кто играет, и далее будут проходить, пока кто-то прошел или нет. Нет, пока молчит сеточка, непонятно, прошел там кто-то или нет. Но будут доигрывать, будет доигрывать, и все ок или не ок. Так, здесь у нас Водик, Водик уже с плэшом, но вот видите, в последнее время его просто говнят, ничего не может сделать, он прилетает просто на горячую землю, прилетает под розочку, Энигму, ну и Магина тем временем где-то набревает саппортов. Проходит купол, и Магина уже переключается на Води. Войд за время купола убивает только одного человека, это очень-очень таки плохо. Хотелось бы увидеть уже от Войда как минимум где-то двоих. Пушат, пушат, просто мид, прилетает сюда Войд, видит, оттекает. Физура прикрывает у нас Магину, Магина ничего с этим не поделает, просто оттекает, отходит с ДД, пока миссия у нас здесь светится. Можно, можно и нужно пушить. Змейки тут танкуют тавер, это правильно. Но надо начинать. На дайгере ждет у нас Энигма, чтобы влететь. А готовит она себя уже Госкипетр против Войда, Бэтрайдер с Аегисом, Веник с Пайпой и, собственно, с ультой. И пушат два лайна, как видите. И низ, и топ. Тут уже ничего не поделаешь. Должны это забрать. Смотрите, сколько много магов. Рулач, когда может там еще что-то ультануть. Но нет, нет, Дестройер, палка-толкалка. Все же есть. Толкните, да, кого-то заберите. То самого Бэтрайдер, ту самую Энигму, Рулайк. Вот хоть кого-то тут забираете. Много сейчас же напалмом будет просто навешаться от Бэтрайдера. Смотрите, навешивают просто ему по барабану на все. Тем больше тянется игра, тем больше напалма у нас от Бэтрайдера. Так, юзается у нас уже наконец-то Пай просто заходит на хэдграунд, здесь же Дестрой, здесь же свапается и бежит, бежит прям под Шейкера, чтобы на дайгере никто там не влетал, ловится сразу в сетку Дестройера, летает ульт туда-сюда, проблемы у Дестройера, проблемы у нас у Лича, минус Лич даже сделает, минус 2 напалма, да забирайте, забирайте, да забирает, здесь же Веник у нас бежит уже помогать, Войд живой пока весь, ну и ВР-ка текает на всех парах, здесь же Рулайка, она должна ее забрать, физура-то закрыть, Войд, где ж ты, прыжок и забирает. Забирать надо, забирать его, его килл должны оставить, да, оставляет килл, он забивается браками, просто тавер забирает, минус один, барак начинает зарезать, просто с иллюзиями у нас Магина, поскольку минус лайн это очень большое преимущество в замесе, когда почти можно сказать даже выигранный был, были бы бэкапы от Шейкера, если не ошибаюсь, ну, сбивается на сторона, надо, может, даже переключиться на вторую, там нету тавера, просто нету тавера, большие проблемы, ультует, ой, как слабо это все было, ультанулось, ай-яй-яй-яй-яй, минус Шейкер. Большие проблемы у нас еще и у Бэтрайдера. Вот, сжигается, опять же, под напалом, под горячей землей, ты уже ничего не сделаешь. Сбивается, и Killing Spring просто отдается. Здесь же Веник, здесь же Магина, это какой-то ГГ уже сбивается второй лайн, ничего ты с этим не поделаешь. А Лич как бы не старался дефать, но он ничего не сделает. Магиня с Вангвардом, Монтой, даже если будет подходить, что-то пытаться сделать, здесь же у нас Бэтрайдер будет застакивать, здесь же на дайгере Энигма тоже про нее не надо, собственно, забывать. Верка играл как-то более-менее пассивно, не было привязок, не было про-гангов. А Лича как бы я тоже не видел особенно как-то... Пассивный игрок, можно так сказать. Но это очень плохо, это очень плохо. Под товарами то ловят, смотрите, как красиво. Магину, 400 хп. Ну, сбривает его потихонечку. Надо свапаться, забирает еще и Флокси. Ух, хорошо только, хорошо. Бэтрайдер здесь же прилетает, Шейкер. Ну, забрать хотя бы, забрать хотя бы у нас Магину. Хоть что-то приятно. Сбривается еще на Мега Крипс. Еще один лайн. Ничего с этим поделать не может. Ребята пока не загоняются за самым слабым звеном, если можно так его назвать. Ну и Магина пока без башера. Но денежка, говорят, там невероятно большая, да?
5К просто на руках валяется. И тикать. Мало. Минус, да? Нет, выживает. 19 хп выживает. Лаки дота прям какая-то. Войд делает купол. Но смотрите, как это криво было сделано. И за счет этого купола вообще даже саппортов-то не позабирал. Ни рулайку, ни веника, ни черта там не позабирал. А вот это мне, конечно, не нравится. Хотелось, чтобы было как про, но не получилось, если честно. Перегородить даже нормально не получилось. Тут привязочка 555 у нас. Вот такой врыв от дестройера. Ну, это мега крепс. Думает, АГГ. Ну, вот до последнего играют ребята. Это похвально. Явно тут шансов уже маловато. Может, дестройер какие-то мистик стафы. Но просто ребята зайдут в наглую под смоком. Убьют там какого-то лича и войда. И заберут вот этот... Собственно, барак. Даже можно зайти через Аегис. Аегис вроде бы уже появился, и Рошан Веник у нас хиперстоуном. Он не только саппортит, но видите, он еще быстро-быстро будет пытаться бить. Мистик Саф появляется и впоследствии Хекс от Энигмы. Ну, все, что душа желала, все у него есть. Будет идти на Астрал Блейд. Вау. Вау. Вау, 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 вау. А против кого-то как? А ну, может, дестройер? Я не знаю, но вот Все ок. Опять же, забирает у нас Войда. Вдвоем буквально, вдвоем просто уже забирает. Вот этот... Да не, ребят. Войд как-то проигран в этой игре. Сильный герой, не спорю. Один из сильных, но вот... Как-то не ок. Долго говорили мы во время пика про рулайку. Надо было ли пикать или нет. Можно было какую-то там панду забрать. Но забрали рулайку, вот она отлично саппортила. Ничего с этим не поделали. Даже проигранный, получается, низ от Бетрайдера ничего, конечно, за собой не повлек. Забирает Бетрайдер, но, собственно, в последнее время как мясо бегает. Все это понимают и все об этом говорят. Прилетает с магина. Мегакрипс уже делается. Давайте набривать же. Ай, ульту давай. Ульт, ес. Минус, лича еще забрать. Забирает лича, киллинспринт, ГГ, пишет Флокси, и все, выходит, ребята, поздравляем с победой команду. Сохраняем, что у нас, реплейчик, сейф реплей, получается, играет у нас Флокси, ВС, кто там, Флокси, ВС, Power Rangers, Game War.